Ha öyle şey yok şu. Второй, третий. Чех, чех, морпехи тут! Силы Народной милиции ДНР при поддержке вооруженных сил России продолжают освобождение Мариуполя от украинских боевиков. Первый, мы в четвертом. Группы бойцов ДНР уверенно прочесывают освобожденные районы для ликвидации остатков сил противника. Пошли до самого верха. Подсказывай, подсказывай, я держу подсказку. Так выше, выше еще люди писали. Да. Не, это не мы, это что-то большое. При обнаружении мирных жителей бойцы народной милиции оказывают им помощь в эвакуации. Так, там военный есть? Я не стреляю. Стреляли. По машине, по вам стреляли? Да пускай сваливают.
собак ехать прямо, может? На церковь поживем. На церковь, да, на церковь. Я со скалаша стреляю. Откуда стреляли? Сверху. Сверху справа? Со скалаша стреляли. Я по Станиславской прямо поехал. Это следующая улица? Длинная штука. Вот дальше, да, туда? Да. Станиславская. Начали стрелять, когда я сюда уже был. Ты, то есть, справа ехал и повернул налево, да? Да, где люди буду набирать, да. Перед ними я за ними выехал, и там еще больше не ехал. Все, все, не бойтесь, мы уже это. Да, там вроде говорят, что в домах, там все нормально. Нам нужно здесь дом вроде там. Да. Там все кровь, потом по ней. Куда я пойду? Я тоже буду стрелять. Нет, там не будут стрелять. Наши не стреляют. Все, давайте. У вас тряпки все висят, давайте. Далеко не уходи сам, никогда.
паровоз кто? Давай, проходи дальше. А сюда, да? Попал? Да, осколок. Осколок. Разрывной.